Всем привет, друзья! Сегодня наше видео посвящено напоясной сумке от компании Xiaomi. Сумка только называется напоясной, но ее также можно носить на плече. Те, кто давно подписан на мой канал, знают, что я испытываю некоторую любовь к всякого рода с рюкзакам и сумкам. Летом я ходил с тонкой сумкой на плече, которая располагается под рукой. И за счет своих форм она очень удобная, но в условиях влажной осени или зимы есть риск намокнуть. Поэтому я приобрел несколько сумок Xiaomi, одна из которых и представлена в данном видео. Сумка выполнена очень качественно, сделана из непромокающего материала, текстура материала в виде клеточек, смотрится очень солидно. Вокруг молнии переднего кармана есть прорезиненная кайма, которая на практике со временем начнет облущиваться и при частом использовании довольно быстро потеряет товарный вид. В конце видео я покажу, что случилось с ней за полгода использования. Передний карман не глубокий, но вместительный. Смартфон 6 дюймов вряд ли сюда удастся запихнуть, но ключи и всякого рода мелочи можно туда запихнуть очень много. Внутрь сумки продавец положил какую-то бесполезную рекламку, и также внутри сумка сделана из приятного на ощупь материала, желтого цвета. Внутри есть сеточка и несколько отделений, один из которых закрывается на молнию. Замечу, что все собачки у сумки очень качественные. В кармашке под молнией мы находим пришитый шнурок с карабином, на который можно прицепить ключи или флешку, чтобы не потерять. Итак, давайте попробуем все вещи, которые я ношу ежедневно с собой и для которых нужна мне сумка, упакуем в героя обзора. Забыл добавить кабель и антисептик. Все поместилось. Ремешок был скреплен специальной сцепкой. Качество исполнения и материалов ремешка и защелки хорошие. Теперь давайте посмотрим, как сумка будет выглядеть на плече. Ну и теперь, как будет выглядеть на поясе. На момент публикации видео я хожу с сумкой уже около полугода, проходил осень и всю зиму. Как и говорил, покрытие вокруг молнии немножко затерлось, но не так сильно, как я думал изначально. Мне кажется, приемлемо. В следующем видео мы посмотрим на подобную сумку от компании Xiaomi, подобного типа, только больше, для ноутбука. Сумкой я очень доволен, пользуюсь ей каждый день. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!